Анонс и точная дата выхода с 9 по 12 серию 3 сезона сериала «Училки в законе». С 9 по 12 серию сериала выйдут на канале «Пятница» 31 марта. Ранее мы увидели, как училки вывели Яну на нарколабораторию, спрятанную в лесу. Теперь наркоторговцы идут по следам училок. 10-й Б противостоит отряду из Читы в игре в Зорницу. Дичь готова к близости с Борзым, но для этого он должен выполнить три желания. Наркоторговцы заставляют Галину варить для них запрещенные вещества. Чтобы раздобыть недостающие компоненты, училки грабят склад с медицинскими препаратами. Можайкина и Четкий готовятся к конкурсу «Мистер и миссис лагеря». А ребята из Щиты заглядываются на девочек из 10-го Б. Владелец склада медицинских препаратов Кирилл вычисляет училок и предлагает сделку. Вместе противостоять наркоторговцам. В лагере по случаю закрытия смены все готовятся к конкурсу талантов. Можайкина хочет расстаться с Щетким, потому что улетает учиться в Москву. Напомним, с 9-й по 12-ю серию сериала выйдут на канале «Пятница» 31 марта. Если вам нравится сериал, не ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.